проселочной дороге шел я молча. И была она пуста и долина, только грянули гармошки, что есть мочи. И руками развела тишина. А где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Губерния, свадьба. Николай, как вам? И знаете, между «да» и «нет» есть такое как бы расстояние, которое середина. Такая вышла команда Гришка Распутин, я бы так назвал. Понимаете, да? То есть Губерния, русская... в общем, где-то смысловой такой... ряд близок немножко. Гришка Распутин, вот такая какая-то расхобень непонятная. И как, при чем здесь русская песня вообще? Ребят, вы... Русские же люди, по-моему, да? Полиция в Твиттере, да? Но поэтому и русские. Да что же это такое-то? Это что же такой Гришка Распутин-то такой вот? В плохом смысле этого понятия, понимаете, да? Я не говорю о человеке, я говорю о понятии Григория Распутин. Понимаете, да? Ну, какая тут оценка-то? Зачем? Весело, ништяк. Наливай да пей. Но знаете что? Вот есть кураж, ну кураж есть, а вот этой мощи, то есть вот этой вот изнанки, которая нравится, которая цепляет, и почему ты приходишь еще на один концерт. Вот я, например, не... Ну, то есть я увидела такую, знаете, классную, ну, не обижайтесь, пародию. Вот. Вам бы отвязаться, может быть, еще как-то поднатореть, тогда было бы действительно весело. Я говорю, нет. Два нет, Вячеслав Григорьевич. А, я хотел сказать о том, что если... Если вы определили себя как исполнителей фолка, то для этого было слишком много шутки в том, во всем, что вы делали. Это было вроде бы фолк, и вроде бы несерьезно, вроде бы КВН. И КВН, скорее, я бы определил жанр, и поэтому нет. Вячеслав Григорьевич, ваше мнение. У вас получилось нормально, но... Если опять принимать во внимание вот эту главную сцену, как, так сказать, вот точку отчета, это все-таки пока не главная сцена. Но то, что вы можете зажигать, и у вас это вот есть этот кураж, это хорошо. Но, может быть, когда-либо вы перейдете в какую-то ту стадию, когда вы сможете выйти на главную сцену. Но пока вот в настоящий момент, учитывая песню, которую мы все знаем по исполнению Магомаева и других людей, которые поют эту песню драматически, по-всякому, большим голосом и так далее. Я, к сожалению, для себя говорю «нет» только потому, что я солидарен с тем, что говорили мои коллеги, они говорили правильно. Все понятно. Четыре «нет», ребята, к сожалению, вы не проходите в четвертьфинал. Это была группа «Губерния».